Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. И вот сегодня у нас на севере наступило реально лето. Вот видите, мы тут все раздетые ходим. 24 градуса в тени у нас. Вообще хорошо. И решил я приехать на речку среднюю понырять. Речка здесь можно нырять, но соблюдая размерный ряд. Ну не знаю, попробуем, поищем что-то. Может быть, что-то и увидим достойное. Также хочу поздравить всех с прошедшим днем рыбака, пожелать всем ни хвоста, ни чешуи, ну и всего самого наилучшего в личной жизни, на работе, ну здоровья главное побольше, ну и всего самого наилучшего. Ну все, сейчас будем переодеваться, наверное. Не знаю, хотя можно бы и так, но слишком вода холодная. Вот, ну все, будем переодеваться, как говорится, и пойдем в воду искать кумжу. Здесь кумжа у нас в основном. Ну и может быть форель достойная какая-нибудь встретится. Ну вот мы уже переоделись, ружьишко взяли, камеру нацепили, вилы мои любимые титановые. Не знаю, мне очень нравится с ними охотиться. Ну и все, и пойдем сейчас вот сюда в речку. Вот туда. Поищем по перекатам, по ямочкам. Надежды нет, честно говоря, потому что здесь все удочками выбито практически подчистую. Но посмотрим, что будет, то будет. Нырялся я здесь, к сожалению, рыбы я так и не встретил, ни единой достойной рыбки. Ну, в 200 грамм это не форель, конечно. Не знаю, куда она делась. Ну, ничего страшного, главное, поплавали, жара, конечно. Даже без костюма сейчас вот так плавал. Ну, бултыхался, снял все вообще. Вообще хорошо, как в средней полосе. Сейчас поедем, попробую еще на одном озерке попробовать. На небольшом. Вот там налимы всегда болтались. Я вот раньше стрелял. Ну не знаю, сейчас просто попробую, посмотрю, будет что, не будет. Вот. Мало, конечно, вероятности. Я туда ездил всегда в мае. После того, как лед растаял, они там стояли. Ну, сейчас не знаю. Ну посмотрим. Ладно, пока поедем. Ну вот приехал я на озеро Медведково. Такое оно. Красивое, конечно. Стрелял здесь налимов. Люди там купаются у нас где-то. Купаются. Вот, попробую я сейчас здесь понырять чуть-чуть, поискать. Вот около того острова. Там налимчики всегда встречались между ними. Не знаю, поищу, поплаваю. Ну, надежды вообще мало, конечно. Очень мало. Я что-то вообще не верю, что здесь это будет. Но что делать? Делать нечего, надо плыть.
Вот и закончилась моя нырялочка здесь. К сожалению, налимов мы так и не нашли. Нашли фонарики, палки лыжные, бутылок. Все нашел. Даже бритву нашел старую. Но, к сожалению, рыбы нет. Но ничего страшного. Получил я огромное удовольствие. Поплавал. Фу. Все-таки тепло. Но без одежды нырять, конечно, еще холодно. Ну, а так, все. Еще раз всем, всех с наступившим днем рыбака. Все, ребят, всем счастливо. Всем пока.